Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игре Dope 2. Смотри кое-что и узнай правду. Подстриги его. Это уже было, под котелок мы его берем и стрижем. Так, что-то не хочет он. А, нет, как, подождите. Вот так что ли? Нет, нужно вот здесь чуть его состричь, вот так вот. И все, да, под котелок. Правильно. А, разбудил лошадь. Нужно... Ого, диско. Диско-лошадь. Тоже, по-моему, было. Пока только повторки. А, пусть наступит Новый год. Вот так, стираем. Да? Да. Шикарно. А, кто же мешает работать? А, наверное, камера может. Или монитор еще один. А, вон что мешает работать. Ха-ха, прикольно. Прикольные труханы. Так, подождите, не понял. Кот мешает работать. Тю, ему мешает работать кот. Странно, почему он его прилепил. Да уж. А, найди кровать. Ну, наверное, кровать для батареек. Вот она, да? Класс. Вот это вообще шикарно. А, побри ногу. Ногу? Ну это ж нога. Вот. У кого-то, в общем, нога. Вместе с ногой побрили и тигра, да? А, куда поставить замок? Ну, вообще, куда его поставить? На чемодан? Или что вообще? Я не пойму. Обалдеть. Да, куда поставить замок? Нужно же куда-то его поставить для этого. Может как-то стереть часть. Куда поставить замок? Может вообще никуда не нужно его ставить? На голову поставить. На чемодан. Вместо бирки. Нет, тут какой-то подвох есть. Но вот если присмотреться, получается, дужки на замке и на чемодане одинаковые. Может тут дужку убрать. Или может руку ему убрать. Нет. Странно. А что же делать? А, получается, может как-то вот так чемодан стереть. И там ручку. То есть им на руку замок. Не понял. Как так? То есть просто взять... Ага, то есть вместо чемодана мы замок поставили. Тю. А зачем? Прикольно. А, помоги груше похудеть. То есть груша погрызанная стала. Вон тут хоть все понятно. Огрызок груша. Вот как худеть надо. А, спасите. Так, это уже было. То есть это просто у нас что-то... Не, подождите. Это кинотеатр. А, точно, нужно сделать... А, просто экран, да? Вот, точно. Тоже повторка. А, найди стервятника. Как так? Как нам его найти? А, ну да, стервятник это ж вот такой вот он. Просто голова другая. А так они тоже здоровые, сильные. А, выпрями волосы и... Было такое. Змей нужно приручить. Вот они ровненькие. Развесели землю. Вот так что ли? По-моему, земля влюбленная, а не веселая. А, сотри лишнее. Пиратский флаг, наверное, лишний, да? А, вообще флаг лишний. Не конкретно пиратский. Это же гондола. Как бы. Тут просто весло нужно и все. Найди принцессу.
Это тоже было. Принцесса с правой стороны. Этот принц такой непонятный. Принцесса вообще, конечно, мат. Так нельзя. А найди для них скейт-парк. То есть стираем. Вот так вот арбузик. И вот они катаются в корке этой арбузной. А, развесели хомяка. Что-то здесь не так. Подождите, с хомяком. А что не так? Я не помню уже. А, то есть нам мешала стрелка вот эта, которая проигрывает. А теперь он просто катается. То есть через один повторки уже идут. Непонятно, то есть если вы делаете продолжение уровня дальше, то вот почему повторки? Так, смотрите. Рассматриваем под микроскопом телефон, да? А что там? Там куча бактерий. А, кстати, ученые давно доказали, что на телефонах больше всего бактерий. Так что после них на руки мыть обязательнее, чем после даже улицы. О, пускай типа они друг на друга смотрят, да? Чистые стеклышки, сердечки. Ясно. А, получи больше денег. То есть собираем на еду, мало денег. А если песика рядом положим, он такой милаха, сразу денег будет больше, да? Вот так животных используют. А, укроти змею. Может укоротить ее? То есть не кобра, чтобы была, а что-то другое. Дует, дует, что-то не получается у него. А. Змея, ты чего? Ну вот же, обычная змея. Укроти змею. Сверху ничего не стирается. Может, он просто плохо дует? А, тю, блин, его ждутка должна быть. Все, понял. Вот. Они непонятно что. А что здесь скрыто? Серьезно, что здесь скрыто? Улитка? Обалдеть. Фея. Ничего не имею против улиток, но они же такие скользкие. Слизь там у них вот по ноге сползет, у тебя будет вся нога в слизи. А кто из них не настоящий? По-моему, справа похож на ненастоящего, да? Видно. Ха, точно. А, ответь на звонок. 95 звонков. То есть стираем, отвечаем. Ого. Это типа жена звонила, а, наверное, муженек 95 раз не ответил. Я представляю, какая она злая. А, сними линзы и... О боже. Ничего себе. Какие были глаза, такие, какие стали. Найди любовника. То не любовник, то любовница. Нашли. А, найди единорога. Ну, ого, котик. А ты кто? Блин. Единорог. А как? А, рог, потому что мороженое стереть, и будет у нас единорог, да? Точно. Только не настоящее, мороженый. Не, вафельный. А, вкрути лампочку. Что нам делать нужно? Лестницу вот так вот стереть. Она упадет, да, наверное? Опа, и лампочка вкручена. Шикарно. А что здесь не так? Лапша не так. А палочки, по-моему, две лишних, да? Сначала думал, что она вяжет. Да, она вяжет, правда. А, спаси птиц. И как же их спасти? Вот, убрали угрозу, спасли. Ого. Прям Angry Birds. Шикарно. А, пришвартуй корабль. По-моему, немного не то, да? Это ж посадочная.
Это площадка. Как его пришвартовать? Не пойму. Честно. А, все, нужна ж вот такая выемка, скорее всего. Да, точно. Все, окей. А, верни девочке игрушку. Так, у нее, по-моему, это был уже бумеранг, да? То есть мы берем. Вот так вот делаем бумеранг. Точно. Помню, в прошлый раз я очень долго сидел с этим уровнем, не мог понять, что здесь делать. А, сотри лишнее. По-моему, вот это вот сверху лишнее. То есть у него лавровый венок должен быть, но не цветочный. Это ж Цезарь все-таки, да? А, найди девушку. Ну, в мешке, скорее всего, не девочка. Не девушка, это стопудово. Он тоже не девушка. О, а девушка там плавает, русалка такая себе. А, раздели поровну. Не понял, что вот так? Ну да, нормально. А, сделай единорога цветным. Ну что, просто стереть? А, это сок был, он выпил цветного сока и стал цветным единорогом. Прикольно. А, уложи их спать. Ну, наверное, просто нужно потушить костер, да? И они легли спать, это было. А, помоги кулеру. Нужен стаканчик с водой, да? Вот. Ему стало легче сразу. А, помоги фигурке. Ничего себе. То есть он не может прыгать без подставки, да? Не понял. А, сразу до финиша допрыгнуть, типа, да? Не поняла, что, почему троечка. Так вот, типа, а, 1, 2, 3. То есть мы просто путь проложили фигурки, ясно. А, сделай ее привлекательнее. Да, по-моему, она и так очень привлекательная, как по мне. А, ну так, конечно. Еще привлекательней. А, найди для нее пару. Ну, тут видно, да, что это у нас просто перчик. Такой толстенький немного, нужно его немного подкачать, да, в тренажерном зале, в качалке. А что здесь не так? А что здесь не так? Я уже не помню. А, вот что здесь не так. Не понял, может сначала надо первый слой типа убрать? Ага, и вот так, нет. Вот что здесь не так. Блин. Так, а надо все туда убрать. Так, а как усы убрать тогда? Это же девушка или это мальчик? Ничего не понимаю. Странно. А, по-моему, такое уже было. То есть нам нужно просто монокль, да, точно. Все, понял. А, найди молнию. Ну, наверное, ж нет. Молния здесь? Прикольно. То есть она не нарисована, она просто анимирована. А, уравнять весы. Ученику скушать... Ой, не понял. Хомяк. Уравняй весы. Так просто может всех стереть. Да, и все. Я почему-то думал, кусок хомяка нужно убрать. А, найди его трусы. Это его трусы? Нет. Что она такая довольная, что она в его трусах? Да, угадал. Так что одевай ее трусы и все, поменялись. Так, что здесь не так? Пингвины. А что с ними не так? Ого. Этот пингвин типа с яичком. А, хаски подкралась, да? А, найди кота. Пока только кошечку видно. Странно. О, маска кота, да? А, нет, вот так. Ничего себе.
А, запусти ракету. Так, что-то здесь уже было. Такое... нужно, наверное, вот так сделать, да? А теперь нитку перетереть, и сфера упадет, на кнопку нажмет, ракета полетит. Класс. А, протри очки. Ого. Прям Ким Кардашьян. А если протереть очки, окажется, что мешок с картошкой. Самый лучший уровень. Подстриги правильно. Как на картинке. Это что, это она на картинке? Ничего себе. Ой. Значит, нужно вот так. А, еще сверху нужно ему, да? Короче. Он лысый, она... Ну, она вот такая, да. Блин. А, найди панка. Киберпанк. Так, панк. Странно. Найди панка. Может обе стереть? Или оставить только палки? Нет. Найди панка. Просто стереть одну? Нет. Странно. Как же здесь быть? Уже разные варианты пробовал. А, типа вот просто короче такие эти волосы, да? Странно. Так, сделай правильно. Вот на картинке, смотрите. А, у этого вот нет. Как у далматинца, да? Черных точек. И это правильно. Это было несложно. Так, ну что ж, получается, под конец уже выпуска пошли уровни, которые без повторов. А вначале, конечно, было много повторок. Но в любом случае, мне понравилось, уровни интересные. Есть прикольные, есть с загадкой, есть просто прикольные и смешные. А если вам эта игра нравится, то поддержите очередное видео своим лайком. Оставайтесь с нами, скоро продолжение, пока-пока.